как-то летела в самолете рядом с мужиком. Я прямо скажу, в общественных местах нельзя так вонять. Давайте честно, все с этим сталкивались. Он сел, я думаю, вот сейчас должны выпасть кислородные маски. У меня муж, слава богу, не такой, но я ему в этом плане очень сильно помогаю, потому что вот его один раз в конце рабочего дня позвали в гости, мне пришлось привезти ему туда чистые носки и уехать. Но он мне в сообщении прям написал, типа, спасай мероприятие, а то сейчас желтый полосатик доедят, и все поймут, что это не от него. И я привезла, потому что, ну, я не хочу, чтобы он превратился вот в этого чувака, который в гостях не знает, как бы так поджать пальцы на ногах, чтобы удержать запах. Что все ремонт пошли на кухне смотреть, а этот сидит, потому что у него вместо ног кулаки.